С сегодняшнего дня автобусы будут курсировать до села Байдала Кенжикольского сельского округа. Таким образом, жители сельской местности имеют возможность добраться на автобусе до населенного пункта в вечернее время. По многочисленным просьбам жителей, теперь вечернее время маршрут автобуса номер 21 будет продлен на 6 километров до села Байдалы. Стоимость проезда от областного центра составит 125 тенге. С сегодняшнего дня мы начали обслуживать село Байдала Кенжикольского сельского округа. В вечернее время в 18:30 автобус отправляется с остановки Прибрежный микрорайон. Дальше следует, как по 21 маршруту, по Тарайгырова, Сатпаева, Чокина, Назарбаева до Кенжиколь, села Кенжиколь до Байдалы 6,5 километров продлили, получается, рейс. Всего на данный момент 6 парков занимаются перевозкой пассажиров. Накануне представители всех парков и аким города собрались за круглым столом, чтобы обсудить проблемы, связанные с общественным транспортом. По словам акима Павлодара Асаина Байханова, повышение цен за проезд пока не предвидится. Также градоначальник отметил, что акиматом города в полной мере выполняются обязательства по выплате компенсации за проезд всех 16 льготных категорий граждан. Кристина Каспирович, Жанасыл Серикбол, Аман Баймбет, Иртас Ахпарат.